Ветераны СВО начали поступать в нижегородские вузы. В институтах и университетах выделены квоты для тех, кто вернулся с СВО и намерен получать высшее образование. В Минском университете для таких абитуриентов выделены 100 бюджетных мест. До боевых действий у меня незаконченное высшее юридическое. Ну, в силу обстоятельств так осталось незаконченным. Сейчас планирую экономику управления. Обеспечивает возможность дальнейшей работы в государственных учреждениях. То есть для госслужбы это как раз то, что необходимо. Первоначально я получал образование еще в 90-х. Как говорил великий Ленин, да, в то время учиться. Сын поступает тоже, как и я. После армии пришел и решил тоже получить высшее образование, двигаться дальше. В 2024 году участники СВО, а также их дети, традиционно могут поступать на бюджетные места по отдельной квоте. Абитуриенты могут заявить как результаты ЕГЭ, если они у них есть, конечно, а также сдать внутренние испытания Минского университета. Некоторые категории могут быть зачислены вообще без прохождения вступительных испытаний. Это, например, герои Российской Федерации, лица, награжденные 3 орденами мужества, или ребята, чьи родители получили ранения или погибли. Документ, подтверждающий право участия в таком конкурсе, это справка от организации, по линии которой абитуриент или его родители выполняли боевые задачи. Ее можно принести в приемную комиссию до 25 июля. Ну а для участия в конкурсе подлинник такой справки, а также подлинник документа об образовании необходимо предоставить до 28 июля до 12:00.